Я очень рада вас видеть. С вами снова я, Шаня Секретаря. И сегодня мы с вами будем продолжать изучение восточного танца, да, направление belly dance. Давайте начнем с разминки. Ручки наверх, вниз. Я для вас нарядилась. И вам тоже рекомендую каждое утро начинать, да, вот с такого перевоплощения плечек на себя. Обратную сторону вам уже. Хорошо, два-два. С ручки. Волны. Ручки мягкие. Тянемся вправо. Можно медленно. Как лебедя. Разминаем шею. И тянемся вперед. Обратите внимание, как я группирую свои пальчики, да, большой и средний палец я соединяю. Пальчики натянуты. Восьмерки. С восьмерок переходим на маленькие, упоминаем. Делаем вдох и выдох. И плавно, нежно опускаемся вниз. Лопатки сводим. Я это делаю очень осторожно, потому что у меня микрофон, и я боюсь его потерять. Да? Но вы наклоняете голову. И вырастаем. Еще. Делайте вдох. Сейчас поменяем композицию и начнем танцевать. Да,
удары грудью вверх, вниз и вправо, влево по точкам. Пробуем пока. Лопатки сведены, ровная спина, живот втянут. Вверх, вниз. Диафрагма работает. И вправо, влево. Готовы. Бьем в сильную долю. Вверх, вниз. Можно ускориться. Посмотрите, я такими ударчиками могу менять направление, да? Диагональ, середина. Таз у меня не подвижен, только грудь. Еще.
бойтесь расслабиться и быть собой. Все женщины. Как все просто, да, владея наша любимая табла. Приготовили животы, работаем. В себя, вдох, выдох. Живота стало меньше, работать сложнее. Еще вдох, выдох. И идем на ускорение. Поминаем грудь, себя собрать. Так, копчик назад, собрать. И раз, два. Можно медленно. Волосы.
право. Давай левое. Еще. И можно полный круг делать волосами. Живот. Бисер. Грудь. Прясочка. С оттяжкой. Руки рисуют круг. Небольшая. Можем сесть. Здорово. Готовы? Восьмерки. Диагональ. Удар бедро. И три быстро. Отходим назад. Потянулись вправо, влево. Бочку. Собрали. Ключи. Сели. Нога. И поровнее уходим назад. Удар. Мельница. Волна животом. Только живот. Еще.
Очень мягко двигаемся. Таз тоже работает, помогаем себе. Грудь, тарелочки и вот такой трайбл переход делаем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Три, четыре. Грудь, тарелочки и руками делаем переход. Хорошо, молодцы. Можем посмотреть с плечами красиво опускаться, как змеи. Волосы вниз и вырастаем. Еще раз. Переходим на тряпку и добавляем волну. Держим. Дыша. Шейми с оттяжкой. У меня работает сейчас правая нога, да? То есть у меня правое колено сгибается. И соединяем эту тряпочку по кругу. Молодцы. Круточка. Вправо, влево. Так работает. И попробуем сейчас еще на тарелочках сесть с ровной спиной. Пока просто тарелочки. Пробуем. И раз, замерли. И красиво вынесли. Еще. Так, теперь, наверное, нам нужно вспомнить нашу таблу. Я сейчас быстренько, да, проговорю все движения и начнем делать прогончики под ногу. Первый акцент. Стоим спиной, руки поднимаем наверх. Да? Идет тряска волосами. Небольшая тряска. Соединяем, мне видно, да? Ага. Соединяем по точкам. Бьем вправо, назад, влево, в себя. Да? И ручки по себе ведем. Угу. После этого делаем оттяжку назад с прогибом. Делали прогиб, приготовились. А на бисере мы разворачиваемся. То есть лицом к зрителю. И в исходную позицию. Угу. Поминаем нашу тряску с оттяжкой, с руками вправо, влево. Потом на себя, то есть мы собираем, как на маятнике. И еще раз прогибчик. И бьем бедром. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Да? Продвинутый уровень может по точкам соединять. Плечи. Пять, шесть, семь, восемь. И так далее, волосы вниз, и резко на акцент мы, пам, вырастаем сильную долю. После этого мы делаем тарелочки, 6 тарелочек, ручки опускаем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, на 7-8 тряска грудью. Шагаем вперед, марионетки. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Так делаю я, вы можете просто удары бедром.
Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Поворот. Мельница. Угу. После этого шагаем диагональ. Сначала вправо, на марионетках. Раз, два, три, четыре. Грудью закрываем. Четыре, пять, шесть, семь, восемь. Ключи. Раз, два, три, четыре. Живот в себя собираем, акценты, делаем переход. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Диафрагма пошла. И раз, два, три, четыре, пять, шесть. Выросли. Твист. Семь, восемь. Носочки встали. И подбрасываем бедро. Сначала вверх, вниз, в сторону. Два акцента бедром. Смотрите, правая нога уходит назад, я делаю скрутку вперед, назад и грудь. После этого мы делаем тряску в диагонали, да, сначала вправо рука и перебрасываем волосы. В левую диагональ волосы. Разворачиваемся боком, делаем трясочку, собираем ручки по себе, работает таз. И оп, и назад хвостик, так показали. Отходим. Шаг хагалы. Раз, поглядываем. Два, три. Развернулись. Тряска грудью. Раз, два, три, четыре. После этого мы делаем быстрые-быстрые тарелочки. Шагаем вперед. Делаем оттяжку вправо. И такую трайбл-волну. И переход. Раз, два, три, четыре. Грудь, грудь, грудь. И уходим назад. Ключи. Раз, два, три, четыре. Переход. Бедро. Вперед. Назад. Переход. Вперед. Назад. Волосы. И давайте вот мы вот сегодня вот здесь закончим. И тряска. Готовы? Разворачиваемся. Оттяжка. Плечи. Выросли. Тарелочки. Переход. Тряска. Хагалы. Тарелочки. Вперед шагаем. Переход. Переход, бедро, бедро, удар, удар, тарелочки, ну вот на этом, давайте еще разок.
бедро. И тарелочки. Молодцы. Разучивайте, повторяйте, у вас все получится. Добавим движение, оно называется каракатица, да? Посмотрите, я вывожу таз по полукругу, то есть слева направо, а помогают мне, конечно же, ножки, да? Посмотрите, очень элегантно, да? С носка на пятку. Пробуем, раскачиваемся. Работает только таз. Шагаем вперед. Это движение напоминает бочку, да, то есть первая половина круга. Бедро работает как на часах с 9, вот у нас стрелочка пошла, с 9 утра до 3 дня. Все. И обратно. Вправо, влево. Обратите внимание, да, мой корпус вверх, он не подвижен, только бедро. Хорошо. Красивые руки и живот. Пошли. Кисть работает. Посмотрите, как красиво, да, когда ручки идут по себе и раскрываются. Еще. Живот. Грудь. Восьмерки. Красиво опускаемся вниз. Рядка. Удар. Плечи. По точкам. Волна. Вправо, влево. Бочку собрали. Давайте подтянемся вперед. Плечи. Здорово. Сделаем вдох-выдох. Я надеюсь, что все получили море удовольствия и почувствовали себя настоящими восточными королевами. До скорых встреч!